Та 192 наша. Мы готовы взять Сен-Ло. Разведка доложила, что в городе дела плохи. Немцы собираются стоять в нем до последнего. Там будет множество как укрытий, так и препятствий. Приветствую вас, уважаемые подписчики и зрители моего канала. Мы продолжаем играть в Company of Heroes Tales of Valor. И сейчас у нас миссия Сен-Ло. Будем брать город. Городские бои здесь, помнится, жесткач. Хотя, что помнится, это было во втором Company of Heroes. Остатки 352-й превратили Сен-Ло в город-крепость. Весь город сплошное оборонительное кольцо. Нам известны позиции МГ, противотанковых групп и пехоты. Также им обеспечена поддержка немецкой танковой дивизии. Окружая немцев, мы вынудим их или попытаться вырваться, или капитулировать. В любом случае, рота Эйбл должна сделать это. Прежде всего, нам нужна операционная база. Займите одно из близлежащих зданий и устройте в нем казарму. Короче, рота Эйбл выиграла войну. Все поняли? Хорошо! Нужно построить казармы! Здесь нет ничего, кроме крыс и фрица. Так что, если кто-то не знал, детям в школе рассказывайте, что рота Эйбл легкая техника ждет приказа. Мою готовность. Выиграла войну. А, пошли! Понятно. Улучшение штаба закончено. За мной! Держать дистанцию! Так, вот ты. Давай сюда. Давай, давай, давай. Надо захватить себе. О-о-о-о-о. А ну дай туда. Привет! Жить в пути! Фашисты направляются в нашу сторону! Подкрепление на подходе. Разведывательный автомобиль готов! Снайпер пытается перестрелять нас! Давай, прикройте на кирпич! Вражеское подразделение уничтожено. Отлично. Ко мне. О, сейчас разведывательный автомобиль ждет приказ. Поехали! Угу. Батарея шестиствольных реактивных минометов. Ну давайте. Чё ж нет-то? Так, инженеры. Почему-то даже минометов даже нет. Вау! Назад! Назад, 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 назад! Что происходит? Так, гранату ему туда.
Это что? Прилипающая граната. 35. Да отойди ж ты, придурок лагерный. Господи. Уходите, уходите уже отсюда. А чё сидим? Давай, 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 кидай эту прилипающую гранату. О, какие тупицы, а? Что ты делаешь? У тебя панцершрек есть, придурок! Ну да. Тебя построили? Я ж делал инженеров себе. Господи! Один сборище идиотов. Строй эту дрянь. Какой-то дурдом. Все? Еще не все. Убили, да? Ну, клево. Клево. Джип молодец, слушайте, ну. Просто молодец. Просто поразительно, какой молодец. Придурок. Иди кинь гранату туда. Давай. О! 280. Да давай скорее ты. Кинул гранату, придурок. Ни хрена ты не кинул. Не кинул. Молодцы, ремонтируйте. Не хотят, да? Это какой-то дурдом. Так киньте этому. Гранату, гранату кинь. Да. Да что ж такое-то, а? Орут как потерпевший, честно. Немцы атакуют наши передовые позиции.
Ну кинь сюда гранату, что ли. Немцы атакуют наши передовые позиции. Давай, ты тоже кинь сюда гранату. Гранату кинь. О, какой ты кошмар. Уходи, уходи отсюда, идиота кусок. Так, где мой миномет? О, танк. Шерман на позиции. Крокодил на позиции. Был приказ. Где мой миномет? О, идиоты! Давай. Да еще есть. Хорошо, парни, пришла пора повоевать. Занять позицию за орудием. Самое время. Сворачивайте, мы должны идти. Сэр, ждем ваших приказаний. Занять позицию за орудием. Куда? Куда? Назад. Черт его знает, где они тут могут быть. Давайте. Мы готовы встретить. Мы готовы встретить. Не знаю. Да, сэр. Оборонительные, быстрое реагирование. Ну, быстрое развертывание. Мы готовы выступать, ждем приказа. Занять позицию за орудием. Сэр, люди построим. Живо! Так, и сюда давайте быстренько мне пехоту. Сэр, ждем ваших приказаний. Подождите, я заберу инструменты. Моточасть. Так. Танк пошел. Давайте-ка танк лучше мы отправим. Давай, вот куда-то сюда. Вас понял. Да и жип. Легкий разведывательный автомобиль. Мы можем гордиться собой. Сержант, пора установите на крышу пулемет. Пора нам покрошить принтер. Чего не пострелять, правда? Ясно. Кажется, мы собираемся повоевать. Например, здесь. Снайпер? Снайпер. Миномет в бою готов. Направление и расстояние до цели определены. Дадим им прикурить. Стреляешь. Супер. Мы готовы встретить фрица. Куда? Занять позицию. Расследовательный автомобиль скоро будет на месте. Так, танк. Покажись. Тяжелый танк прибыл.
Доставь нас туда. Я хочу, чтобы наша старушка забегала. Наша старушка забегала. Ой. Я видел столько убитых, сколько можно не убить за 10 жизней. Сэр, ждем ваших приказаний. Миномет твой готов. Короче, надо выявлять вражеские боевые единицы и наносить удар минометами. Вот, например, как здесь. Да? Кто это? Снайпер. Зашибись. Снайпер. Отлично. Докладывает экипаж. Сейчас этот домик рухнет. Повысить звание рейнджеров. Ну давайте, рейнджер, где вы там? Рейнджеры прибыли. Дай нам тут точку. По нам стреляют. Что такое? Вражеское подразделение уничтожено. Ясно. Экипаж танка докладывает. Танк, отойди. Я хочу, чтобы наша старушка забегала. Ой, господи, какая ты тупица. Бою готовы. Да, сэр. Давай, давай. Ты кто? Танк. А! Вражеское подразделение. А ближе подойдите, что запинайте его. С автоматов. Да-да-да, правильно. Захвачены, да? Хорошо. Отходим. Отходим. А ты можешь захватывать? Нет. Ты захватывать не можешь. О, фак. Вы отстрелялись уже все. О, ты можешь. Давай. Огонь! Так, кто? Так-то огонь. Ясно. Ну? Не туда выстрелить? Не туда. Как бы туда. Сэр, ждем ваших приказаний. Сэр, ждем ваших приказаний. Да, мы все поняли. Мы все поняли. Ой-ой-ой-ой, джипик назад. Мне нужна пехота вернуть. Где моя пехота вся? Что тут кучкуетесь, урюки, а? Идет подкрепление в подразделение пехоты. Рейнджеры, слушай мою команду. Давайте рейнджеры сюда. Крокодил на позиции. Крокодил. Бегемот. Так, хорошо. Дайте мне винтовку, один патрон и покажите, где Берлин. Да давайте захватывайте, да что вы как... Рейнджеры, захватим цель.
ты. Что надо? По нам стреляют. Дэнди, парни. Кто? Самое время. Ой. Где-то там был. Ох ты, ёб, ПРСТ! Уходи отсюда! Мы готовы выступать, ждем приказа. Немцы атакуют наши передовые позиции. Мы готовы, парни, слушайте. Мы потеряли основное орудие. Как в фильме. О, какой-то кошмар. Что, танка нету, да? А мне танк взорвали, ну, клёво. А что ты с автомата стреляешь, ты, Рагуль? О, какой-то ужас. И уходи оттуда уже. Не подлечись. Идиот! Гранату тут. Уходи. Ох ты, ёпрасы там. К штабу бегом пополняться. Куда ты пошел? Ну конечно, давайте из винтовок, давайте. Кого у нас убили? Погодим. Бронемашина готова, да, точно. Мы едем. Мы получили хорошую взбучку. Бронемашина может быть.
Немцы пытаются захватить нашу базу. Что тут такое? Тут танк стоит еще, да? Добежишь? Не, вы давайте назад лучше. Герман на позиции. Немцы пытаются защитить. Вражеское подразделение уничтожено. Уходите, уходите, уходите. Так, вы что, вы отстрелялись? Чините мне тогда лучше. Да идите вы убейте этот танк уже. Тут вот такая хрень, да? Пора выйти и преподать немцам. Нам приказано починить это. Давайте поторопимся. Объект захвачен. Вот закончен. Он занял оборону. Неохота смотреть на меня. Хорошо. Чините, не? Чините. Ты джип, да? Так, ты. Шизеть, кто откуда? Пора убить несколько фрицев. Уходим, живо! Ты готовы встретить? Поворачивайтесь, мы должны идти. Ты готовы встретить фрицев? Уходим, живо! Герман на позиции, просто езжай. Что я мечусь тут как этот? Давайте строить эту штукенцию. Что происходит? Ну, вы стреляете, не? Да, мы все поняли. Мы готовы.
и тяжелую пехоту. Пусть летчики заботятся о парашютах, а я лучше подожду. Хорошо. Кто такой? Герман на позиции. Что надо? По нам ведут огонь. Мы тут внутри как в западне. Ну какие... Какие из него? Точка укреплена. Хорошо. Молодцы. Молодцы. Что сказать еще? Так, где они? Давайте рейнджеры. Вражеское подразделение уничтожено. Мы уничтожили цель. Поехали, ради бога, поехали! Пулемет. И тут еще сидит. Так, вот вы давайте ко мне сюда. Можете сюда прийти? Уходим, живо! Слушаем мою команду, рейнджеры. Понял. И мне нужны стрелки обычные. Крокодил на позиции. А что мне? Давайте крокодилом приедем. Ваш, поторопимся. Точка наша. Мы готовы. Обычные, да, эти? Вперед, держите строй! Неприятель! Они укрепляют! Зенитка, бой готова! Цель определена, мы по нам стрелы! Рейнджеры! А вот вам подарок! Стрелки в бою готовы! Вы попали в кусты! Все вернулись. Вы быстренько построили эту штуку. Кто стреляет? Так. Рейнджеры. И мне нужны еще инженеры, правда? Правда. Так, штаб. Штаб улучшим. Че? Максимальный. Кто по нам стреляет? Танк, да? Тяжелая кавалерия готова. Инженеры, давайте подружненько сюда. Займем тут точку, рейнджеры. Что надо? А, как это? Орудие ПВО ждет дальнейших показаний. У меня очень плохие предчувствия. Крокодил служит. Крокодил выдвигается. Понял. Шерман атакует. Крокодил подразделение. Хорошо. Доставь нас туда. Хорошо. Я видел столько убитых, сколько можно не увидеть за 10 жизней. Ты черный экземпляр земли! Целый взвод пехоты! Да, сэр. Да.
А вы типа не можете, да? О, вашу машу вать! Давайте, все сюда. Дун-дун-дун-дун-дун. Так. Жипик. А ну, поедь, посмотри, что там. Тяжелая кавалерия к бою готова. Мы можем гордиться с тобой. Впрочем, мы пошли в патруль. Слушай мою команду. Стэнди, парни. Крокодил на позиции, на полную мощь. Хорошо. Снайпер. Снайпер — это хорошо. Сама по себе война не выигрывает. А вот и огнемет. Все сделано. Да, мы все поняли. Уходи. Подразделение уничтожено. Замечательно. Замечательно. Я что-то не вижу. Шрек взять не можете, да? А вы? А вы идите возьмите. Он вам пригодится. Снайпер, что ли? Да. Снайпер был. Крокодил на позиции. Был приказ выдвигаться. Прибыли. Займем тут точку рейнджера. Кажется, мы собираемся повоевать. Рейнджеры попали под обстрел противника. Давайте сюда. Да что ж ты стоишь-то, а? Вражеское подразделение уничтожено. Назад, назад, назад. Не надо так буро. Хорошо. Чего это у меня нету? Не понял. Каждому нужно делать, ну вообще дурдом. Так, идите сюда. Готовим автоматы. Подкрепление на подходе. Хорошо, парни. Сержант, установите на крышу пулемет. Пора нам покрошить призрак. Рейнджеры, слушай мою команду. Двигаться. Мы готовы. Вперед.
Кажется, мы собираемся повоевать. Хорошо, занять позицию. Пора убить несколько принцев. Быстрее, парни! Ага, это конец карты. Это конец карты. Какой у нас план? Поехали! Давайте, давайте. Вперед! Да, сэр! Двигаемся! Прямо, пока я нас пробежаю! Воу! Что это такое? Что это? Казармы вермахта? Так, а вы можете это достать или нет? А ты что? Стреляй! Это зенитка! Нам вражеское подразделение уничтожено. Посыпались. Ветки. Мы готовы встретить принца. Приходите смотреть на меня. Мы готовы встретить принца. Собирайте ваши вещи. Мы готовы встретить принца. Зарядите оружие. Так, что ты можешь мне построить? Ты можешь мне построить пулемет. Не. Давай. Что, еще не все? Еще не все, да? Еще не перезарядился. Крокодил. Так. Разведывательный автомобиль ждет приказа. Ты жип. Так, кто мне отстрелялся? Надо, да? Так, эти построили. Да. Танк на поле боя. Ну давай. У нас повреждения. Цель уничтожена. Пехота врага ликвидирована. Хорошо. Кавалерия, жми, кавалец. Так, а где у меня еще есть
инженеры. А вы? Давайте бегом. Просто езжай. Я хочу, чтобы наша старушка забегала. Да, ваша старушка. Перерыв окончен, давайте воевать. Сворачивайте, мы должны идти. Вот это 75 единиц ограничения, это меня просто убивает. Тот же самый Man of War, да? В тылу врага. Какие ограничения? Сколько есть ресурсов, столько и клепаешь. Точно так же и враг. Сколько есть, столько можно сделать. Нет, 75 единиц. Рота Эйбл, ее ПРСТ. Максимально. Чтоб вас... Не, давайте рейнджерами пойдем. Пойдемте рейнджеры, нам их прокачать надо, да, насколько я понимаю. Ой-ой-ой-ой. Давайте. Мы не выиграем войну, если будем просто по площади бьем. Боеприпасы здесь не нужны, так что по барабану. Ты орешь. Так, где мои инженеры? Вот мои инженеры, да? Чините. Угу. Там пулеметное гнездо стоит. Ты еще не перезарядился? Нет. Ремонтируй. Так, вы тут спрятались. А вы не спрятались здесь, не? Ну ладно. Вошло хорошо, да? А чё ты не стреляешь? Парни, слушайте, собирайте ваши вещи. Отстрелялся уже, да? Инженеры докладывают. Пойдем, парни. Мы можем гордиться собой. Берем! Какие будут указания? Без проблем. Орудие ПВО ждет дальнейших указаний. Давайте, раз минометы не могут этого сделать,
Мы сделаем это сами. Как это через стенку? А? А, тут через стенки можно стрелять. Я понял. Угу. Я все понял. Тут, оказывается, можно стрелять через стенки. Или это... преимущество американской армии. Хорошо. Тогда. Где этот танк скрипит, сволочь? А чё? Так-то чё? Да? Да, вот его вплотную и запинать его надо. Что тут? Уходим. Уходим. Так, реактивные минометы. Так, где мы, инженеры? Давайте мы построим еще один. А чё? А чем это незахваченная территория? Ну. Казарма вермахта. Отличненько. Вот он кто-то даже был. Надо же. Тяжелая кавалерия готова выступить на поле боя. На полную мощь. Сэр, ждем ваших... Здесь что вообще тишина. Все сидят тихонечко. Чините. Кавалерия готова. Давай, жми. Пора убить. Выполняем. Готовы показать ираки зиму. 4 из 7 окружили. Подожми, да? Камалец. Просто езжай. На врага. Нападай их. Вот так вот. Вражеское подразделение уничтожено. Пора выдвигаться. Ты кто? Нацеливаем на врага. Давай. К бою готовы. Надо еще с этой стороны их. Это минометный расчет.
значения. Правда? Пора убить несколько фрицев. Да, мы все поняли. Огонь? Хорошо, парни. Пришла пора воевать. Да, огонь. За это вы получите вторую звездочку. Парни, слушайте. И огонь. Вражеское подразделение уничтожено. Так, секундочку. Так. Снова мы вернулись. Я так понимаю, что вот этот центр города нам придется штурмовать. И посему... Посему... Давайте-ка, ребятки. Поставьте-ка здесь пару мин. Да, поставьте-ка здесь пару мин. Хватит хныкать, приготовиться к бою. А мы пока... Инженеры готовы. Так. Ну и вы. Немножко мин поставьте. Надо завершать, наверное. Маршу готов. Уже в пути. И нет. Стой. Еду. Не надо. Не надо тебе к маршу готов. Докладывайте экипаж тяжелого танка. Жми. Давай ты сюда. Да, сэм. За мной. Тут поставили. Мы закончили постройку. Кто? Так, ну что ж. Что-то я никого тут не вижу. Мы сейчас же полностью укомплектуем подразделение. К бою! Пора, стрелки, сюда! Вперед, держите строй! Стрелки, да? Ну что ж. Крокодил на позиции. Был приказ выдвигаться. Это непонятно. Остались ли они еще или нет? Эти сэр, казармы. Ваших приказаний. Мы готовы встретить фрицев. Да, мы готовы. Расчет, занять позицию. Разведывательный автомобиль ждет приказаний. Джип скоро будет на месте. Крокодил на позиции. Я хочу, чтобы наша старушка забегала. Оружие на цель! Огонь! Так вот. Хорошо. Крокодил слушает. Там наверняка артиллерия есть, правда? Ого, ну ты монстр. Крокодил на позиции. Что такое? ПВО, орудие ПВО. Пехота, смотреть на меня. Добиваешь? Ясно. Давай. Кажется, мы собираемся повоевать. Ясно. Сэр, мы готовы. Давай. Вражеское подразделение уничтожено. Ну правильно. А что это вот за ними упало и им по барабану как-то? Сейчас
4 нужно. Ой. Рейнджера. Давай. Капец. Отлично, так. Давай сюда. И ты, наверное, давай тоже сюда. Мы уже там, слышишь? Полная боевая выкладка. Да, мы все поняли. Какой-то еврейский акцент у них, честно. Отлично. Давайте возвращайтесь. Мы вас сейчас пополним. Подкрепление на подходе. Мы сейчас же полностью укомплектуем подразделение. Начинаем оборонительные боевые действия. Хорошо, сколько стоит 150 патронов? Снова готовы к бою. Нормально. Так. Вы заминировали, да? Молодцы. Молодцы. Так, теперь идите. Минируйте это вот здесь вот. Что надо? Пилгрим, держись крепче. Посмотрим. Кто там, что там? Это зенитка. Просто. Уходи! А вы без этого, да? Давайте, рейнджер. Не ждите. Зенитное орудие готово. Чините. Хорошо. Чините.
Вы с Томпсоном? Ну да. А вы? Так. Там пока война, все дела. Так, думаю, что здесь есть. Хорошо, парни, пришла пора повоевать. Возможно, что и здесь есть. Ну и посмотрим, может, здесь есть. Вражеское подразделение уничтожено. Хорошо. Внимание на меня. Давай, захватывай. Так, танк. Кавалерия, это мы. Просто езжай. Вот готов. За мной. Отряд, ногу. И непонятно, попали мы, не попали. Нужно после еще жахнуть. Сейчас мы, наверное, дойдем до чего-то. Вот с этого боку. Перебрасывать, что ли, армию туда? Мы закончили постройку. Так. И еще вот это вот. Рейнджеры к бою готовы. Подвигаем. Что надо? Шире шаг, рейнджеры. И что, вы лечитесь? Слушаю мою команду. Непонятно. Вот так, строительство закончено. Хорошо. 16-16. Так, тут миномет, тут стрелки. Так, давайте-ка вы. У вас тут... Идите. Нет, 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 не вы, не вы, не вы, не вы. Назад. Рейнджеры пойдут. Почему? Потому что эти мои товарищи умеют заниматься вот такими вот фигнями. Это все понятно, что тебе жалко фрицев. Так, инженеры. Инженеры, слушаю. Ясно. Рейнджеры, слушай мою команду. Пошли посмотрим, что там. Все отремонтировано и отлично работает. Я хочу, чтобы наша старушка забегала. Давай! Крокодил на позиции. На полную мощь. Был приказ. Смотрим. Хорошо. Крокодил выдвигается. Хорошо. Стоять. У нас повреждение. Сейчас подождем. Даже не думай мне заклинить, мать твою. Давайте.
Все, это пора отходить. Это мы отходим. Это мы отходим. Но мы вам оставим небольшой приветик. Артиллерия в вашем распоряжении. Хорошо, так. Кто-то мне сделался? Только дайте мне гаечный ключ и ружье и покажите, где плохие парни. Инженеры, нас ждет работа. Отлично. Но вы же не добьетесь. Не добьете. Давайте. Вот что значит разведка боем. Че так? Все? Координаты цели получены. На. Теперь мы в полном тюрьме. Автомобиль разведем, давай по борьбу. Что это такое? Где вы взялись? Дурдом какой-то. Ну что, жахнула артиллерия, да? Непонятно. Так точно. Докладываю. Бронемашина может выезжать. Мы едем. Так. Бойцы ко мне. Почему у вас тут трое только? Берем. Лера, а? Едет. Черт знает как. Смотрим еще. Да. Придется возвращаться, да? Нет. Надеюсь, что нет. Вражеское подразделение уничтожено. Вот так вот. Подкрепление на подходе. Рассредоточьтесь и постарайтесь остаться в живых. Шевелитесь! Давайте, давайте, давайте. Что это такое? Счетчик не тоже на пехоту, а? Так. Ну что? Вражеское подразделение уничтожено. Мы заработали нашивки! Пора убить несколько фрицев. Танк починили. Зван, вперед! Еще один удар. Отряд горят! Парни, служи!
Так. Так. Это опять была небольшая пауза. Добивайте, добивайте. Немцы атакуют наши передовые позиции. А, тут есть рейнджер, да? Вражеское подразделение. Ну что, ребят? Куда вы побежали? А тут есть кто-то еще? Где вы взялись, уроды? Мы сейчас же полностью укомплектуем подразделение. Где вы столько взялись? Так. Дайте ко мне инженеров. Мы сейчас сделаем финт ушами. Все, встанем. Чего ты не стреляешь? Танковые ежи. Давайте это построим. Ну, построить. Инженеры слушают. Давайте, давайте, давайте. Так. Кавалерия ждет указаний. Просто езжай. Вражеское подразделение уничтожено. Угу. Крокодил выдвигается. Ай, ну так. Даже кишки этих вот. Ну что это? А, давай. Двое появились рейнджеры. Подтверждаю. Подходи. Следить за вражескими перемещениями. По нам стреляют. Мы развалили их. Противотанк. Вот так-то. А как ручки махнул. Это что? Давайте авиаподдержку. Они должны быть недалеко.
Тигер. И не надо ничего окружать. Зашли с тыла. И все. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Увидимся в следующей серии. Всем пока.